18:00, да? Да. Давайте, мы же можем начать подсоединяться постепенно. Я как раз дал себе такое задание каждому месяцу сочинять стихотворение. И вот если у вас есть такое желание, я мог бы его прочитать. Вы были бы одни из первых слушателей. Конечно. Да? У нас огромное желание. Вот, то есть, вот для того, пожилые люди часто спрашивают, что надо делать для того, чтобы голова хорошо работает. Смотрите, одно дело сосуды чистые, да, это как бы сказать, если взять голову человека как компьютер, это чтобы железо нормально работало. А вот для того, чтобы программа нормально работала, это надо уже совершенно другие знания применять. То есть, грубо говоря, программу эту гонять, ее обрабатывать, учиться с ней работать. И я вот стараюсь. Итак, я вам читаю свое последнее стихотворение, которое вот сочинил к 1 апреля. У меня будет на заставочке. Итак. Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, к мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, а кто и огороду рад. Где зеленеет травка, а где еще снежок лежит, и воздух так весной манит, природа снова обещает любовью всех нас одарить. Я принимаю обновление весны, прекрасное творение, и соловьем запеть готов, в очарование погрузиться и жизнью милой насладиться. Вот такое вот стихотворение. А вот, Геннадий Петрович. Спасибо. Спасибо. Вот, то есть важно давать своему уму работу. Тогда он будет работать, как ни в чем не бывало. А помните, у вас же песня еще есть с Еленой Василек «На доброе здоровье»? Есть, да, такая красивая песенка. Классная песня. Просто авторские права принадлежат, естественно, ей, и поэтому я не могу так ею пользоваться. Хотя я там пел, кое-что там внес. Ну, добрая девушка, что она вам не разрешает? Давайте с ней поговорим. Но она-то разрешает, в смысле, как им пользоваться вот здесь, как заставку можете сделать. Вот поговорите с ней, как заставку для вот этой вот передачи. Так, опа, она добрая здоровится, она такая хорошая песня, хорошая. Позитивное заряжающее настроение. Да, такая. Лена молодец, она тоже творческий такой человек, самостоятельный. Что? Она сама написала эту песню? Да, она сама написала эту песню. Я могу вот в качестве примера немножечко о ней рассказать. Кстати, на моем канале есть видео с ней, как все у нее начиналось. Она была ребенком, ну уже взрослый, так сказать, ребенок еще. И у нее была аллергия. Аллергия из-за того, что были запоры. Организм был зашлакован ужасно. Там прыщи, там, ну, всякое такое, знаете, было для девушки молодой, крайне неприятное. И она говорит, ну, никто не мог помочь, ну, никто, понимаете, вот, естественно, мы все к врачам обращаемся. И вот попали все мои книги, она как раз там поехала на море, проштудировала все, как говорит, я это поняла, что это мое спасение. Все, теперь кожа чиста, голова великолепно работает, сочиняет песни и дает концерты. Очень красивый человек, красивая женщина, просто великолепно. Вот что значит подойти к себе самостоятельно и позаботиться о себе путем здорового образа жизни. Если бы человек так вот не позаботился, да, мы там талантливые многие, все там и красивые, но без, как бы сказать, заботы о себе, мы просто-напросто можем свою жизнь вот так вот профукать. И, грубо говоря, ну вот, то ли там от аллергии, то ли там от каких-нибудь простуд и прочих там айморитов, буквально такие вот, сойти на нет. И не реализовавшись никак. То есть, вы можете посмотреть на моем канале как раз с Леной Василек это видео. Очень поучительное. Она там хорошо о себе рассказывает. Я так кратко пересказал. Так, у нас тут есть
участники, я включу звук, Давайте. и пусть тоже задают вопросы. С удовольствием будем отвечать то, что знаем, все ответим. Без утайки. Включайте, пожалуйста. Давайте. То есть у вас уже на YouTube это полный блог, да, выложен вообще всех курсов и целебные кулинарии, очищения. То есть все, что будет необходимо, могут найти, да, Геннадий Петрович? Да, там также находится в бесплатном пользовании моя библиотека. Все желающие могут зайти, почитать книги. Более того, некоторые из них я надиктовал. Да, человек, который заходит ко мне на канал, он, ну, практически может получить ответы на все свои вопросы, или, по крайней мере, на большинство. Потому что я снял более 3000 видосиков на самые различные темы. Смотрите, у меня там блоком идет очищение организма, раз, очищение организма от паразитов, то есть противопаразитарка, как, что, два. У меня есть вот целебная кулинария, курс по этому питанию, более того, я и книгу еще вылажу. У меня, значит, есть плейлист, как он называется, «Здоровый образ жизни», что ли? Вот, «Свободный доступ». Там я большинство своих видео выложил и по работе сознания. Вот, например, люди часто бывают, как бы сказать, получат какую-то психологическую травму в детстве. И вот они с ней носятся всю жизнь, они не могут успокоиться. Как с этим работать? Вот буквально таки одно из последних видео я сделал на эту тему. Особенности, допустим, голодание. Про голодание очень много написал. Плюс там есть, правда, на спонсорской подписке, есть целый курс, как я сам голодал 40 суток, да, там рассказывал. Есть... как под моим наблюдением голодал один человек, излечился от грибка на стопах ног. Вот у него было какое-то, знаете, человек чувствует, ему сколько, ну где-то под 50 примерно лет, 40, наверное, 7, вот так где-то. И человек чувствует, что что-то вот не так у него в жизни, вот не то здоровье, как он хотел иметь. И вот он начинает по-разному заниматься, пробовать. Что-то получается, что-то не получается. Или мы как раз, у него не получалась чистка печени, он делал, не получалось. Оказалось, у него там огромная слизистая пробка, из-за того, что у него имелся и грибок. И вот эту пробку надо было пробить, вывести слизь, и тогда получилась и чистка печени. И как обострение пошел грибок, и мы с ним начали голодать и ряд других процедур делать, для того, чтобы это ушло. Все, стопы нормализовались. А заболел он этим грибком, знаете, когда? Когда был студентом и поехал на поезде, значит, укрылся там простыней, вот этой самой влажненькой, и вот там где-то он и подцепил, что после этой поездки у него на ногах и выскочил так небольшой, потом ушел, знаете, когда полечил, он пришел, ушел, такое дело, и там потянулось. Так что очень интересно, даже неприятно такая вещь смотреть, в смысле, а вообще приятно для человека. Вышел клубок глистов, это все, вот, все заснято, представляете, видно, голод, вот смотрите, голод без всяких каких-то там лекарств и прочего, создает такие условия внутри, что они начинают дохнуть и в виде вот такого вот клубка выходит. Это, конечно, не на вторые, не на десятые, даже не на пятнадцатые, а где-то это случилось на 22-е, 24-е сутки. Голода, он молодец, все, дневничок вел, все это дело мы снимали, и я все это, знаете, выложил со своими комментариями, так что это все можно посмотреть, увидеть воочно, а не то, что, знаете, говорят, что вот да, вот то-то, да, вот все, а когда ты это сделаешь и увидишь, ты тогда понимаешь, от чего у тебя там, грубо говоря, здоровья нету, и как это все вышло, ты, о, да смотри, я себя стал чувствовать лучше, чем, допустим, чем вообще никогда так не чувствовал. Скажи, пожалуйста, а вот как долго в организме живет плесень? Вот рано или поздно мы здесь сталкиваемся, да? Либо на стенах, либо на продуктах, и она проникает в организм.
Вот. Она же вызывает и аллергии, и продукты метаболизма, обостряют и кожные заболевания аллергические. Как от них избавиться, Геннадий Петрович? Ну, насчет плесени, она же и грибок. Вот как бы А, лучше она же сказать? грибок, правильно. Она же и грибок. Вот смотрите, что получается. Вот попал в организм человека вот эта вот штучка, если иммунитет слабый, недостаточный, она может жить и развиваться практически всю жизнь, при этом прогрессируя. То есть сначала она там, грубо говоря, там грибок может вызвать, потом она может вызвать боли там в суставах, потом она может вызвать там какие-то изменения там в сосудах, потом она уже в конце концов начинает вызывать какие-то опухоли. По мере снижения иммунитета, по мере снижения защитных сил организма, вот такая тенденция наблюдается. Об этом еще говорили древнеармянские врачи. Говорили, что вот бывают такие-то стадии, там, допустим, попадания этой плесени в организм и ее развитие. Очень хорошо от нее, что будем говорить, тем не менее, человечество-то борется, и нормально-то получается. Очень хорошо использовать, будем говорить, ну, в первую очередь в качестве профилактики такие продукты, которые бы не содержали сахар, сладости, вот особенно искусственные сладости. Потому что искусственные сладости – это подкормка для вот этого, значит, грибка. Далее очень здорово на нее влияют антибиотики, причем в какую степень? Оказывается, антибиотики, они это как бы даже подкармливают эту плесень, вот этот грибок в организме. Вот почему потом в нашем организме как бы два вида микрофлоры грибковая и микробная. И они в симбиозе. Когда микробная подавляется, грибковая начинает развиваться. Вот, и начинаются вот какие-то такие вот непонятные вещи. Поэтому здесь, значит, вот профилактически просто меньше сладкого. Сладости, если вы кушаете, то кушайте их, вот, чтобы они какие-то цельные были. Цельные были, пускай сухие будут и так далее, но не вот такие искусственные. И плюс очень хорошо, конечно, использовать разного рода уже горечи. Потому что все горечи подавляют и плесень, и микробы. И особенно, знаете, вот нечто такое, то, что вяжет, имеет вяжущий вкус. Ну, например, вот считается, и на самом деле сода, питьевая сода так работает. Для того, чтобы принимать питьевую соду, именно когда ее принимать? Ну, допустим, когда имеется молочница, это важно понимать. Будем говорить, человек высовывает язык, вот. А у него на языке, как будто он только что съел сметану, хотя он уже там 2 часа назад покушал. А вот такой налет. И это все, естественно, распространяется. Вот, начинается все с малого. Ну и что налет там на языке? Если налет на языке, это говорит о том, что он молочница уже там во всем организме проросла. Поэтому здесь отчаиваться не надо. Значит, используется вот эта вот сода. Соду гасят, берут чайную ложечку пищевой соды, значит, в стаканчик ее высыпали и выливают половину, 100 грамм крутого кипятка, чтобы все это зашипело. Естественно, кипяток вы не выпьете, вы тогда, после того, как шипение это все окончилось, добавляете еще 100 граммов прохладной воды и комнатной температуры, она становится, ну, нормальной, и вы выпиваете. Утром, раз натощак, утром, это важно понимать. Если использовать в течение дня, как правило, люди портят себе желудок. А вот утром натощак нормально. Кстати, на Руси был раньше напиток богатырей.
Вот в эту гашеную соду добавляется еще чайная ложечка меда обыкновенного, размешивается. И получается вкусный такой, можно сказать, энергетический, целебный напиток, который можно использовать и детям там, для профилактики вот, разного рода там, заболеваний и укрепления вообще иммунитета в целом. Вот. То есть вот, вот такая вот интересная вещь. Ну и меньше смотрите дрожжевого хлеба, потому что дрожжевой хлеб содержит дрожжи, которые как раз и подпитывают вот эту вот всю эту микрофлору. Да. А чтобы, как правило, еще знаете, когда имеется вот какое-то расстройство с микрофлорой, у человека бурчит в животе, часто образуются газы и так далее, стул не формируется и прочее, прочее. Вот я нашел прекрасное средство, это семя тмина. Мы обыкновенный тмин берем примерно 1/3 чайной ложечки. Если у вас сильно бурчит, можно сначала начинать даже с пол чайной ложечки. Также с утра натощак раз в рот и запили, жевать не надо. И это семя пошло по желудочно-кишечному тракту, постепенно оно набухает. И начинают вот эти все свои фитонциды, эфирные масла, так сказать, с него идти, которые убивают всю болезнетворную там микрофлору. И образуется, особенно в толстом кишечнике, потому что в тонкий кишечник, в нижележащее дело, и в толстый кишечник, в его вышележащие разделы, очень трудно добраться там. Ни клизма туда особо не доходит, ну ничего там такого. Конечно, можно там шанг-пракшалану, но сколько я не делал шанг-пракшалану, знаете, как-то толку не было. Вот, сделал шанг-пракшалану, это называется процедура, подсоленная вода пьется, примерно литра где-то 3-4, ну, потихонечку пьется. И потом все это дело делается, естественно, натощак. И вы с помощью специальных движений проводите эту воду через весь желудочно-кишечный тракт, и она у вас начинает выходить. И вы смотрите, как она стала чистенькой, процесс, значит, заканчивается, вы перестаете пить. И там, допустим, немножечко подождали, потом принимаете отварной, хорошо, отварной рис для того, чтобы закрепилось все. Вот. То есть хорошо действует процедура, ну, она как бы сказать, ну, тяжелая, знаете, вот, вот эти же все вещи можно решить естественно. И как раз вот семя тмина, я говорю, очень помогает. Я просто в восторге. Кстати, я вам расскажу, вот опять-таки, знаете, со своего практического опыта, как я, ну, как бы сказать, не то чтобы налаживаю, а вот поддерживаю нормальный регулярный стул. То есть у меня стул бывает раза в два в день, а то даже три в день. Я ем сухую хурму. Хурму? На базаре покупаю сухую хурму. Кстати, сейчас я хурму даже купил в Пятерочке. Вот, я беру штучки 3-4 хурмы на стаканчик этого самого настоя шиповника. И вместо сахара я ее только раз жую, чайком размачиваю. И представляете, что и сладко, и приятно, и когда она проходит через желудочно-кишечный тракт, она содержит, ну, вы же видели, хурма какая она такая, большая, то есть плод такой большой. То есть вот она насасывает воду, и из маленького сморщенного плода становится вот такой вот. То есть она дает объем в кишечнике. Очень важно создать объем для того, чтобы был нормальный стул. Тогда хорошо идет перистальтика, все это у нас идет. Плюс вот эта вот нежная клетчатка хурмы связывает все это. Плюс в хурме еще находятся вещества, которые... Вот смотрите, хурма же еще обладает вяжущим вкусом. Но когда она высыхает, вяжущего вкуса там практически не чувствуется. Но он все равно работает. А чувствуется сладкий. Она еще подавляет разного рода вот всех этих так, микро там, паразитов, то есть грибки, опять-таки, бактерии там вредные. И формируют далее стул, и он сам выходит такой, знаете, просто приятно посмотреть. Уж извините за такие вещи, но у некоторых это огромная проблема. Я вот смотрю на
в телевизор. Да там то-то надо съесть, то-то надо сделать, то что надо там вставить, это там подождать. И это ж на самом деле все отравляет наш организм. А тут, естественно, мы добиваемся того, что надо. Потому что мы едим, что надо. А не то, что, допустим, грубо говоря, там кофе с булочкой тонкого помола там съели, а вкусно, все там такое. Но полезно ли это или нет? Вкус и польза большие, как бы сказать, разные вещи. А вот я в целебной кулинарии, вы можете посмотреть на моем канале, и так вот вам говорю, я постарался соединить, чтобы было вкусно и полезно. Вот в чем целебная кулинария. И вот один из рецептиков, который я использую, я вам как раз и рассказал. Так, я говорю, очень доволен, все там такое. Вот, так что... Пожалуйста, а вот тибетские монахи используют рис при лечении аллергии, то есть при чистке организма от токсинов. Они замачивают, берут количество белого риса. По возрасту человека, да, на ночь заливают водой, утром сливают, вот весь крахмал вымывается, ложку доводят до кипения, и вот так там, до 2 месяца чистят организм. И выходит, берет даже самый тяжелый радикал из организма. Не пробовали очищение? Ну, я об этом методе знаю, я его не пробовал так, чтобы вот... Не хочу сказать, что он там плохой, не хочу сказать, что он там медленный, что есть и быстрые. Я просто объясню, в чем заключается вот особенность эта. Вот вы как раз сказали, что его вымачивают. Оказывается, вот смотрите, в зерне существует своя структура в виде, знаете, вот такой губки. То есть структура, в которой находятся зерна крахмала. Так вот, вымачивают для того, чтобы вот эти зерна крахмала вышли, и у нас осталась одна вот эта губка, порая губка риса. Да, да. И вот как раз действительно достаточно там всего лишь там столовой ложки, там, наверное, больше особо и не надо. Она, грубо говоря, употребляется внутрь, но ее надо правильно приготовить, чтобы именно она тогда сосала как губка на себя и удерживала все там прочие вещества. И вот она, значит, туда она там заходит, грубо говоря, в желудочно-кишечный тракт, и начинает вот в себя вбирать вот эти разные вещества, которые не нужны организму, и, естественно, выводит. Угу. Ну и вот, как вы сказали, вот почему этот процесс довольно-таки длительный, там 2, а то 3 месяца надо делать, для того, чтобы вот это все удалить. Существуют, конечно, более эти самые быстрые методы. Вот, например, на голодании, представляете, некоторые вещества, например, аммиак, выходят из организма в 1000 раз быстрее. То есть от человека вот, голод начинается, там, допустим, неделя, вторая, а потом только раз, от него вот этот вот какой-то неприятный аммиачный запах пошел просто вовсю. Это как раз вот этот вот феномен и наблюдается. И вот, проводя вот эту вот процедуру, я должен там сказать, знаете, вот просто рис там едят, а для того, чтобы... Как бы сказать, вот смотрите, Сережа сказал, что там свободные радикалы, да и прочие шлаки, они же находятся не в желудочно-кишечном тракте, так же? А они находятся вообще во всем организме. Так вот, чтобы организм начал отдавать более-менее усиленно вот эти все, так сказать, вещества ненужные, надо его смягчить. Для этого вы принимаете ванны прогревающие, которые вас насыщают водой, теплом, которые увеличивают в какой-то степени циркуляцию лимфы. Вам надо все это дело сделать, чтобы вот эти вот шлаки со всего тела выходили, попадали, значит, через лимфу в кровяной поток и дальше в печень, печень очищала и в виде желчи сбрасывала, либо еще сбрасывалась там через почки.
Вот тогда будет вот этот хороший эффект. То есть рис уже как конечное звено просто-напросто берет, впитывает себя. А так можно есть, а ничего впитать нету, потому что она как сидела, грубо говоря, где-то там, она и сидит. Это надо как-то знать, понимать. Я об этих тонкостях там много рассказываю в своих видосах, книгах. Это называется смягчение организма. Еще древние его применяли, древние врачеватели знали. Нет, смотрят просто и все, да, смотрю. Ага. Так, еще я хотел спросить про квас. Вот делают, идет летняя пора, да, надеемся, через несколько месяцев, и начнутся всякие квасы хорошо употребляться. А вот квас из хвоща настаивает, из всяких там сосновых почек. То есть каждый квас имеет свое назначение, свой эффект, верно? Вы да. Не пробовали, не настаиваете, кроме на домашнем клетиках? Я делал квасы и домашние, но домашние квасы в основном делала жена, а я делал квасы по Болотову, на Чистотеле, на этом. И сначала расскажу в целом о квасах. Что это за продукт квасное? Значит, смотрите, они имеют, как правило, кислый вкус. Оказывается, кислый вкус, он способствует задержке воды в организме. Это важно понимать. Поэтому любому напитку свойственны периоды во времена года, когда их предпочтительно принимать. Допустим, чаи предпочтительно принимать горячие, особенно там травяные, там настои, зимой, для того, чтобы человек разогревался. А вот для того, чтобы охлаждать организм, как раз наши предки использовали квасы. В результате там вот этой всей этой ферментизации там образуются и такие положительные бактерии, и образуются и даже и витаминчики там, главное, чтобы все правильно делать. Вот, и эти все квасы, значит, способствуют тому, что вы, выпив их, не чувствуете жажду. Это очень важно, особенно летом, особенно вот в зной. Плюс теперь мы перейдем к тому, что вот Сережа сказал, на различных травах. В зависимости от травы, она уже будет давать соответствующие свои вещества, которые сбраживаются и которые даже становятся более, как бы сказать, усваиваемыми организмом. Например, квас чистотела, я его пил, так он такой интересный, с горчинкой. То есть квас на чистотеле, вот как бы там Болотов говорил, он начинает очищать организм от разного рода там болезнетворных микробов и прочего. И даже, можно сказать, является своего рода такой мягкой профилактикой от онкологии. Видите? Делается он очень просто. Берется, значит, ну, да, грубо говоря, там 2 литра воды, там, по-моему, столовая ложка там сахара или 2 столовые ложки сахара, ну я примерно так. И в качестве закваски используется сметана, грубо говоря, ложка сметаны. А в качестве сырья вы еще помыли вот этого, сейчас как раз пойдет свеженький чистотел, вот он только раз. Чистотел, крапива, вот эти, знаете, вот эти первые дикоросы, которые можно есть. И вы их срываете молоденькие. И, допустим, пучок чистотела. К чистотелу еще, знаете, вы можете привязать небольшой такой грузик в виде камушка из кремния, чтобы он не всплывал. И туда только раз. И в результате идет молочно-кислое брожение, где вот эти бактерии используют, в том числе и чистотел. И получаются очень интересные, знаете, такие напитки, которые можно пить. Можно делать на молодой хвои, кстати, очень-очень и очень. И даже, знаете, как я вам скажу, вот, опять-таки, события в мире могут быть такие, что человечество или какая-то часть человечества может остаться без лекарств. Вот, допустим, и возникают разного рода заболевания. Вот как я смотрю телевизор, говорят, мы сидим в погребе, и нас начал грызть грибок.
Так от грибка ж можно принимать. У нас, допустим, может начаться цинга и прочее, прочее. Так что мы? Молоденькие веточки. Ну, нету молоденьких веточек. Мы можем и старенькие веточки. И, грубо говоря, делать отвар из хвои. Там очень много витамина С и других веществ, которые способствуют и укреплению зубов, и вообще укреплению нашего организма. Да, пить и зубы сохраним. А кто не пил, не мог, не это, остался без зубов, а то вообще можно умереть. Вот. Значит, и плюс, также можно сделать и квас там заквасить, заделать. И, знаете, я вот живу и начинаю понимать, что нас настолько оторвали от, как бы сказать, от земли, от того, что можно продукты выращивать, делать своими руками, ну, будем говорить, на основе целебных там трав и прочего сырья, лекарства для самих себя. Ну, в случае, вот, ну нету это. Что, попав вот в такие условия, люди не знают, они антибиотики, антибиотики и все. Да, пожалуйста, кору ивы взяли, сделали отвар, пожевали. Вот вам антибиотик, который был первый получен. Полынь, ха-ба-да-да-да, пожевали. Я уж не говорю там о семенах там тмина и других там вещах. Все в наших руках. Плюс квас сделали, плюс то сделали. Дикоросы поели, тоже крапиву молодую, раз, салатик, она еще не сжигается. А уж о проросшем зерне я вам рассказывал. Время нашей конференции заканчивается. Спасибо большое, Геннадий Петрович, вам за интересный вечер, за то, что вы нашли время на несколько удивительных вечеров. Все желающие узнали, что интересно, можно посмотреть на вашем YouTube-канале. Я думаю, что дальше весна, у вас начинается дача огороды. Будем встречаться уже по мере необходимости. Если будет необходимость, мы тогда свяжемся. Хорошо, давайте. Хорошо, Геннадий Петрович, спасибо вам большое. Доброго вам здоровья. Доброго здоровья, да. Всего доброго. И вам доброго здоровья. Спасибо, до свидания. До свидания.